Рим – удивительный город. Во время раскопок на форуме Траяна, считающегося восьмым чудом света, археологи нашли этот удивительный бюст. Они также обнаружили бюст Диониса, но без глаз. Среди находок также были остатки фресок, изображающих разбитые войска и римскую армию. Мэр объявил, что раскопки завершены и что найденные предметы будут выставлены на всеобщее обозрение. Рим – это постоянное открытие, драгоценный сундук с сокровищами, который не перестает удивлять нас и продолжает возвращать фрагменты нашего прошлого. Форум Траяна был впечатляющим. Его спроектировал Аполлодор из Дамаска. В настоящее время можно увидеть только ту часть, которая когда-то была видна с рынка Траяна. Когда император Констанций II в 378 году посетил форум, учел его достойным восхищения богов, и Аммиан Марцеллин, описавший этот визит, сказал, что это сооружение, которое невозможно описать словами и которое нельзя будет построить снова. Они нашли не только статуи, рельефы, подобные тем, которые мы видели, но и архитектурные планы, которые позволяют нам понять точную высоту площади форума Траяна, которая была самой большой из когда-либо созданных в древности. В 16 веке этот район был застроен кварталами домов, которые были снесены примерно в 1930 году для демонстрации императорских форумов. Теперь эта красота будет открыта для публики, чтобы все люди могли насладиться этим великолепием.